Где стоп? Что это было? Что? Как он здесь появился? Я сдох в лаве. Посмотрите, сколько их здесь. Это сборище зомбаков какое-то, блин. Всем привет, дорогие друзья. С вами Фомитик и Пакетик. Ох, я... Сегодня мы поиграем в долгожданнейший Майнкрафт. Мы будем проходить Майнкрафт, но все не так просто. Потому что мы будем проходить Майнкрафт вместе с убийцей, который нам будет мешать, и он нас будет убивать по ночам. В общем, будет очень стрёмно, будет очень весело, будет очень опасно, поэтому давайте залетаем. Кстати, не забудьте прожать лайкосик и подписаться на канал. Это нас очень сильно поддерживает. И, в общем, всем спасибочки. А, давайте построим... домик, ну, на дереве или что-то типа того. Либо тоже у меня есть идея, чтобы он был под землей. И там несколько выходов, чтобы когда убийца приходил, мы могли бы от него убегать через разные дырки. Ну, в принципе, давай сделаем сначала просто дом на земле, а потом простроим тоннели снизу под землей. Короче, да, надо успеть все сделать до того, как зайдет солнце. В общем, все очень опасненько, но мы будем стараться. Ой. Что это? What the fuck? Что там? Что там? Ко мне пришел какой-то длинноносый щелик. What the fuck? Что это? Кто это такой? Это какой-то, не знаю, кто это. Походу, это житель какой-то. Странствующий. Давайте его убьем. Пошел отсюда. Иди сюда. Ты нам не. Кто меня ударил? А, они плюются, what the fuck? Они плюются! Скотина! Сдохните, 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 сдохните. Иди отсюда, тупой. Давай, убей его. Все, идите отсюда! Я сейчас вас убью, Серега. Все, иди сюда, скотина. Скотина долбанная. Ты че в меня плюешь? Скотина. Сдохни. И ты тоже, скотина малючая, вонючая. Сдохни. До свидания. Короче, древесину добываю, окей. Я пока что начну строить домик. Сделать его большим или маленьким? Я думаю, нормальным. Чуть меньше, чем надо, просто там мы будем все сохранять, наверное, да? А так, чтобы да. Были выходы. Просто понимаете, мы никогда не проходили с пакетиком Майнкрафт. Поэтому это еще прикольнее получается. То, что мы ни разу не пройдя Майнкрафт, попытаемся пройти его вместе с убийцей. Гениально! Короче, для начала просто тупо построим коробку. Нам никаких декораций не нужны. Хотя я люблю декорировать всякие домики, но... Но сейчас нам не до этого. Курица. Сдохни. Давай. Все, спасибо за мяско. Так, дай мне дерево. Все дерево, что у тебя есть, просто. Ладно, спасибо, этого хватит. Более чем хватит. Знаешь что, я тебе дам кирку, ты любишь копать? Иди копай. Ого, дождик начался. Прикольно. Свинка. Моя еда. Блин, здесь скелет, все плохо. Ночь? Да, ночь началась. Короче, у нас еще и мобы, это тоже вторая проблема. Ай-яй-яй-яй-яй, тихо. Хрюндель, сдохни быстрее, сдохни, дай мне мясо. Нет, плохое предчувствие, что я увидела кого-то, кого не должна была видеть, ну. Ты увидела убийцу? Не может быть. Серьезно? Угу. И меня сейчас пьют. Подожди, куда я вообще ушел? Я не понимаю, где я. Спасите. Все, я закрылся. Фух. Тихо. Не, ты что делаешь? Там убийца, не, иди в зубы, мне не до тебя, не. Ну блин, ну ё. А, все, я заспавнился прямо здесь, what the fuck. Убийца, иди в жопу. Нет, крипер сломал дом, скотина, все плохо, да, все, я спи. Нет, он давно бежит. Ай, больно. Спасите, крипер, убей его, крипер. И что теперь делать? Ладно, главное не попадаться ему на глаза. Не попадаться этому жоптелю на глаза. Меня убил зомби. Классно. Да, что? Пакет, не выходи из дома, он здесь, убийца здесь, здесь убийца. Нет, я вижу. Прям здесь, все плохо, бежим. Короче, блин, ночь это просто жопа полная. Смотрите, вон он. Вас. Бегает там.
Ну, ничего страшного. Короче, сразу же, как только появишься, присядь. Может быть, это тебя спасет хоть каким-то образом. Потому что, когда ты присядешь, он не видит твой ник, и поэтому он тебя может и не поймать. Где та пещера была, которая поблизости была где-то? Не знаю где. И беги в жопу, беги отсюда и беги. Вон там. Куда я бежал тогда? Я уже не помню. Блин, я запутался. Ёшкин кот. Так, меня кто-то бьет. Меня кто-то очень жестко бьет. Это он. Ё-моё. Нет, это не он. Где? Стоп. Что это было? Что? Как он здесь появился? Вы это видите? Он на дерево, что ли, залез? Или что происходит? Я не пойму. Пожалуйста. Спасите. Да блин. Мне нужна та пещера. Где эта пещера была? Блин, все очень плохо. Да бляха-муха. Идите все в жопень свою. Нам и так все плохо. Нам разгромили весь дом. Здесь этот убийца ходит где-то недалеко. А, все, пакетик, ты гений. Я его убью. А, нет, что? Откуда их здесь столько много? What the fuck? В следующий раз надо будет подготовиться и заранее присесть или лечь спать, чтобы такого не произошло. Просто это полная жесть. Я сдох в лаве. Блин, сколько здесь этих мобов долбучих. Идите в жопу. Сколько их тут? Что, блин, происходит? Короче, вот они мои вещи. Я все забрал. Хотя здесь далеко не все, что у меня было. Я не знаю, куда все делось. Короче, надо верстак в дом занести. Все занести в дом и сделать 1 000 000 туннелей, чтобы, блин, не происходило такой фигни. Я тут делаю так. Туннель. Ну, сделай, да. Там строй куда-нибудь просто рандомно. Хоть бы куда, блин, отсюда смыться. Ага. Ну, блин, простроила. Смотри, пещерка. Я сделал проход. О, можно уголь добыть. Неплохо. Ну, какого хрена дождь начался? Вы издеваетесь? Так, еще вроде не вечер, но вечер очень скоро. Прям все очень плохо. Короче, смотри, все прячемся. Просто иди в домик. Сейчас спрячемся в домике. Он сверху идет. Он сверху стоит. Смотрите, вот он. Убивца. Вы посмотрите на его глаза, смотрите на его кровавое лицо. Он хочет смерти, он хочет убивать. Смотрите, он пытается на нас достать. Ну, фигушка. Короче, смотри, все, у меня есть план. Сюда. Все, присядь, сиди. Что он там делает? Он там ходит и ломает что-то. Ты что, охренел? Наша собственность. Подожди, чё? Давай я поднимусь, это будет опасно, но мне надо, во-первых, достать мясо, потому что там еда. Хотя я могу съесть сырую рыбу. Не, давай я поднимусь. Он, в принципе, меня не заметит, если я буду осторожно, конечно, понимать. Фух. Так, стрёмно. В смысле? Ну, блин, мне надо быстро все собрать и убежать отсюда. Нет, все, плохая идея. Он пришел. Ёперный театр. Пожалуйста. Все, я спрятался. Я надеюсь, он этого не видел. Вы посмотрите на эти цифры, на эти злые цифры. Он уходит. Все, класс. Короче, я поднимусь, но меня, по идее, не видно, потому что я присядший. Что происходит? Кто там умирает? Ёп! Все, я понял. Не-не-не-не-не-не-не-не. Уйдите. Ух, твою мать, бляха-муха, я обосрался прям жестко. Все, ладно, я умру здесь, хорошо. Он должен достроиться здесь. Да вообще просто зомби, это жопа полная. Вы задрали. Ну посмотрите, сколько их здесь. Это сборище зомбаков какое-то, блин. Ладно, я тогда спускаюсь вниз. Потихоньку. Но, блин, мне нужен факел. Хотя давайте сделаем факел. Или факел не так делается. Как факел делается? What the fuck? Так, стоп. Скотина. Иди в жопу. Ну вы издеваетесь. Иди в жопу. Все. О, скоро рассвет, и мы будем жить, надеюсь. Нет, так. Стоп, я нашла не наш дом. В смысле? А кого дом ты нашла? Я нашла городок. Серьезно? Где ты могла найти город? Не знаю, тут лил город. Так, да ладно, я нашел какую-то деревню, я надеюсь, это твоя деревня? Чтобы вы понимали, мы, блин, где-то полчаса, блин, уже ищем эту херню. Здесь какой-то скелет, о, ё-моё. И крипер, блин, все плохо. Пакет, это твоя деревня? Ты меня видишь? Секундочку, это ты? Пакет!
Да ладно! Ой, я выкинул свой меч. Вообще, дорогие друзья, мы дошли до какой-то интереснейшей деревни. Наконец-то, спустя 100 лет, обязательно прожмите лайкосик за наши старания, за то, что мы такие профессиональные убегатели от убийц, хотя мы вообще нубики полнейшие, но все-таки мы старались. В общем, дорогие друзья, я думаю, мы на этом закончим, поэтому обязательно прожимайте лайкосик, чтобы вышла вторая часть, это нас очень сильно замотивирует. В общем, всем огромное спасибо за просмотр, всем пока-пока.